Один, бур! Ракетный крейсер «Маршал Устинов» направлен к берегам Сирии. Во второй половине дня в воскресенье ракетный крейсер военно-морского флота «Россия» «Маршал Устинов» прошел пролив Босфор и Дарданеллы и вошел в Средиземное море. По имеющимся данным, мощнейший боевой корабль российского флота внепланово перебрасывается к берегам Сирии из-за возможного военного противостояния США и Ирана в этом регионе. Тяжелый ракетный крейсер заметно усилит постоянное соединение российского флота в Средиземноморье. Как сообщалось ранее, американская авиация за 10 дней несколько раз наносила удары по военным объектам проиранских формирований на территории САР. Ракетный крейсер «Маршал Устинов» с подлодками, которых никто не видит, но они там есть. Ракетный крейсер «Маршал Устинов» с подлодками прикроет наших в Тартусе. «Хеймиме» проследит за морской и воздушной обстановкой в Восточном Средиземноморье. Это как морской форпост на юге от границ Российской Федерации. Серьезный аргумент в помощи российской дипломатии в связке с ВКС России. А что думают зрители канала по этому поводу? Жду вашего ответа в комментариях под видео. А на этом новости от ТОП-Арми не заканчиваются. И чтобы не пропустить новый выпуск, надо проявить недюжую смекалку и найти кнопку подписки. А на этом до свидания на самом лучшем канале из сферы ВПК. До встречи с самыми лучшими подписчиками и зрителями канала ТОП-Арми.